Активный циклон, раскрутившийся в минувший понедельник 2 мая 2022 года над западом Средиземноморья, стал причиной вспышки конвективного ненастья на территории южных и юго-восточных провинций Испании. В Андалузии, Арагоне, Каталонии, Кастилии, Ла-Манче, Эстремадуре, Мурсии и Валенсии Государственное метеорологическое агентство Испании объявило штормовое предупреждение о грозах с градом, диаметр которого мог достичь 2 см и более, и сильных дождях, которые могли принести до 40 мм осадков в течение часа. Наиболее сильно от непогоды пострадала провинция Мурсия и город Караваки-де-Ла-Крус. По данным Королевского метеоагентства Испании, там за несколько часов выпало 58 мм осадков. Обильные дожди спровоцировали в городе внезапный ливневой паводок, который затопил улицы и припаркованные на них автомобили. Также несколько авто были смыты бурными потоками воды. Координационный центр по чрезвычайным ситуациям получил около 50 сообщений о подтоплениях. В некоторых районах провинции выпал крупный и обильный град, а также наблюдался выход водяного смерча на сушу, вызвавший значительные разрушения и поваливший много деревьев, в том числе в фермерских садах, в муниципалитете Плиего. Tonio, mira a ver si la manga marina, el remolino que viene para acá, está por ahí enfrente. Mirar el tornado, lo que ha hecho. Todos los pinos reventados. Arrancados algunos enteros, otros partidos por la mitad. Todos los pinos que habían en la rambla. No se ha quedado ni uno en pie.